Всем огромный привет! Я иду в огород. Сегодня, кстати, с мамочкой увиделись. Наконец-то. Она была в ресторане, а мы недалеко от нее. Водим Алису в школу, так что увиделись с мамочкой. Вот приехали домой. Она тоже хочет купить дом или дачу. Но мы уговариваем ее все-таки, чтобы она приобрела дом, ну, такой же, как у нас. Пусть он будет поменьше, может быть, не будет второго этажа, но чтобы он тоже был хороший, качественный, из кирпича, чтобы был газ сразу, чтобы были теплые полы, чтобы в нем можно было жить круглый год. Вот, мы настаиваем на таком варианте. Кстати, хочу вам показать, Алиса пока спит у нас в машине, хочу вам показать новые шторы. Вот они, новые шторы. Красивые. Леша у себя на канале уже показывал, но я еще вам не показывала. Смотрите, неплохо, да, сочетаются они и с обоями, и вот с этим пледом. Мне нравится. Такие со стразиками. Покажу вам, что я уже высадила. С этой стороны, с другой стороны. В общем, о чем я говорила? Все, как всегда, мысли полетели. Вот, кстати, эти ящички. Ну да, днем смотрится неплохо. Вот эти синие, правда, нужно убрать. Вот они вообще не в тему. Так смотрится неплохо. И вот эти коробочки бы я тоже убрала. Ну, это я вот пока переставляла, было время. Все составила как есть. И вот все руки не доходят у меня. С этой стороны тоже нужно убирать. Стол мы выбрали Алисе, но так его и не купили. Нужно будет поехать купить. В общем, ребят, работы много, расходов еще много. Море, я бы сказала, море. Спит еще, да, Леш? Смотрите. Надо и яблочек. Новые шторки в зале. На завтра, слышишь? На завтра яблочек у нас нету. Ну, оно одно осталось, оно сегодня вечером съест и все. А, понятно. Надо купить. Вот, ребят. Ага, хорошо. Сегодня я показывала у себя в Инстаграме ирис, и он завял, представляете? Синди-попа. Что-то ему не нравится. Такой красивый был днем. Иди сюда, Синди, через террасу. Иди сюда. Ей холодно, она не хочет. Я ее выпускала, она не идет. Взяла новенькие перчатки, очень они мне нравятся. У них сверху ткань. Руки дышат, а снизу у них прорезиненная такая ткань. Тоже очень классно. Ручки вообще не мораются. У нас сегодня ветрено. Прям ветер. Сейчас покажу вам, что высадили. Посадили розы, посадили лаванду. Татьяна Викторовна сказала, что лаванду можно было и поближе сюда посадить. Но, в принципе, ее можно будет и пересадить. Ничего страшного. Это с этой стороны. Сейчас пойду на другую сторону, покажу вам с той стороны. Ой. Одно удовольствие ходить, конечно, по нашей плиточке. Мне очень нравится. Ребята, вот мне многие пишут, надо большой вам участок, надо большой. На этом-то не знаем, что делать. Слишком много работы. Вот эту розу вчера вечером с Лешей высадили. Вот она вот такая будет, фиолетовая. Тоже флорибунда, но небольшая, маленькая. И вот эту штучку японскую. Такая вот красота. Вот. Нравятся вам такие? Немножко будет ползучее, но достаточно таки большое будет растение. Бересклет. Вот. И вот такая вот розочка. Красоточка. Давай, моя хорошая, расти. Надеюсь, тебе удобно, комфортно. Вот. Сейчас кое-что покажу вам. Так. Пару дней назад мы купили вот такие фонарики. Это я купила горшки для дома. В один посажу алоэ, во второй я посажу, как он называется-то? А второй для фуксии. Второй я взяла, чтобы фуксию посадить на зиму из того горшка. В принципе, ее сейчас можно посадить, выставить на улицу, и пусть она в нем сидит. А на зиму просто занесу.
Это горшки идут с поддонами, они керамические, очень красивые, шибишик, но под Прованс тоже подходит. Симпатичные, да? Ну, симпатичные, мне очень нравится. Еще взяла вот такие вазоны, они идут с ножкой, ножка вставляется, и они вот такие вот достаточно объемные, хорошая площадь, ну, допустим, под петуньи тоже хорошо подойдут. И сейчас открою вот эти фонарики. Если честно, то я их в магазине не разглядела. Просто взяла в коробочке и все. Сейчас вместе посмотрим. О, трубочка. Смотрите, как будто битое стекло. Такой красивый. Классный? Мне нравится. Единственное, что он такой достаточно хлипкий. Я бы его как-нибудь закрепила. Может быть, при помощи клея. Сейчас все соберу. Главное, аккуратно. И пока светло, надеюсь, сработают они. Бархатный костюмчик пригодился, а я уже хотела его кому-нибудь отдать. Такой красивый. Это что это за фирма? Сейчас я вам скажу, я забыла уже. Juicy Couture. В Дубае покупала. Такой вот красивый костюмчик. Мягонькие, очень классные. Плюш. Обалденный. Очень теплый. Мне кажется, что вот эти фонарики, они такие хлипкие, смотрите. Вот как бы вообще его ветром не унесло. У нас такие ветра бывают. И это легко достается. Кто покупал такие, напишите в комментариях. Смотрится, конечно, классно. Я ничего не говорю. Классно смотрится. Так, а тут у нас что-то сломанное. Плюс-минус какая-то батарейка. А, кто-то проверял уже. Ну что, пойдемте. Для начала пойдет, да, подсветочка дорожки, небольшая такая подсветочка. Посмотрим, как они работают. Я их, конечно, переставлю. Ну, просто посмотрим. Здесь у нас самое такое место проходное на данный момент. Поэтому они нам здесь, конечно же, нужны. Все, пусть заряжаются. Надеюсь, что немножечко подзарядятся. А я пойду сейчас пересаживать. У нас вот алоэ. Вот эту землю буду использовать. Это очень хорошая земля. Можно даже не покупать специальную землю для растений комнатных. Вот эта земля классная. Все, ее буду использовать. Слушайте, у нас есть вот такой биогрунт. Наверное, в него тоже можно алоэ посадить. И он даже еще лучше, он обеззараженный. Наверное, я в него посажу. Как думаете? Не буду вот эту землю убирать, просто увеличу объем за счет вот этой штуки. Да. Любимый, можешь мне на землю поставить вот это? Ага, спасибо. А вот наше алоэ.
все-таки добавлю еще вот этой земли обычной. Смотрите, какую классную насадку. Смотрите, какую классную насадку купил Лёша. Стоит что-то 400 рублей всего. Смотрите. И с разными режимами. Это как душ. О. Сейчас мы польем. Сейчас я уберу землю. Напор бы уменьшить как-нибудь. Все. Пусть стоит на улице, будет расти на улице. Пока. Пока лето. Потом домой его заберу. Убирать? Здрасте. Убирать? Да, все можно убрать. Вот посадила я твою алоэ. Мою, нашу. Нашу. Красиво, да, смотрится? Но пока домой не будем заносить эту красоту. Вот Алисонька еще баинькает. Где-то там. Где-то там в машине. Я ее не вижу. Ага, устала сегодня. Так, ну что, ребята, я продолжаю. Сейчас пойду за лопатой. Буду вот здесь вот высаживать. Ребята, мы сейчас с Лешей будем высаживать барбарис. Здесь у нас будет уголок кустарников. Ну, мы их большими, конечно, не будем выращивать. Будем формировать небольшие такие симпатичные кустики. Куда у нас пойдет вот этот большой? Шауэр. 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 Классный, да, Лёш? Здесь целая куча всяких режимов. Шауэр, флэт, джет, квад, фен, сокер, кон. Кон — это что, интересно? О, распыление такое, знаете. Мист. Ой, мист вообще обалденный. Как для утюга отпариватель. Ну вот, знаете, когда пар пускается. Класс. Да, я подняла ямку. Тебе не холодно, кстати? Нет. Как ты относишься к новости, что мама хочет купить дачу? Смотря где. А? Смотря где.
Ну, положительно, отрицательно. Смотря где. Я бы хотела, чтобы она здесь, рядом с нами. Если здесь, то положительно. Если в каком-либо другом месте, то отрицательно. Потому что ей надо будет ездить туда. Оп, оп, Лёша, прикинь, весь развалился. А кто будет возить? Давай, я держу. Давай. Я держу, он весь развалился. Ну, так его выше надо посадить. Конечно, давай еще подсыпь. Блин, не жалко эту землю, ну ладно. Представляете, торф, весь там, развалился. Там торф, очень много торфа, поэтому я могу торфа сыпануть. Не надо, не надо. Все. Ну, в принципе, еще чуть-чуть. Сейчас Леша добавляет смесь. Перегной, земля и песок. Перегной, земля и песок, да. Хорошая смесь. Ну, чтобы земля была более легкая. Слушай, мне кажется, дождь все-таки пойдет. Да он весь день пугает, и что-то его нет. Нет и нет. Ну, давай засыпать. Давай, я буду... Земля такая сегодня вообще прям. Не надо вот этими камнями засыпать. Ну, давай обычно. Я перегну немножко руками, покрашу. Любишь, да, перегной, как говорится? Ну, это ж трава обычная. Перегной, это же трава. Давай. И вот его высоко забрала. Тебе только кажется, Зе. Ну, давай чуть-чуть вкопаю его, давай, немножко. Бедный барбак. Ты не продавливаешь там землю? Я ее немножко утаптываю, чтобы она пустоты, чтобы убрать. Давай прольем. Так, да я другой. Паляется. Я уберу его, что-то не хочу. Так, продолжаем посадки. Первый готов. Его, кстати, там видно? Видно вам? Сейчас покажу чем-нибудь нажать. Смотрите, какие. Так. Вот он наш красавчик. Его, правда, плохо видно. Я его полила. Все. Сейчас пойдем дальше. Вообще, по идее, это должен быть такой достаточно объемный куст. Он будет у нас центром композиции. Хотя нет, центром у нас будет, наверное, будет кипарисовик. Давай вот сюда кипарисовик. Я думаю, что вот здесь. Потому что очень медленно растет. Когда он еще там вырастет? Вот Алиса у нас и легла спать, да, Лёш? Погода меняется, сон клонит. Но он сейчас долго будет спать. Может, подмерзла в кафе. Может быть. Нет, она в кофте моей была. Это я подмерзла, скорее. Так, ребята, уже темнеет. Покажу вам, что высадили мы. Барбарисики посадили. Будем заполнять, конечно, мы здесь пространство чем-нибудь ползучим, почвопокровным. Что, Лисюш? Твой телефон дома лежал. Он в твоем рюкзаке нет. А? В твоем рюкзаке нет. Дома лежал телефон. Где? Не знаю где. В комнате у тебя. Где? На маленьких коробочках белых. Каких? В комнате у тебя, вот около кровати. Еще нету? Нету.
Так, ну что, завтра еще посмотрю, все хорошо. И подумаю, чем здесь пространство заполнить. Моя шарики, сила. Ребята, это же оказывается не на солнечных батареях шарики, а на аккумуляторных батарейках. Нужно специальную покупать такую штучку, как зарядник, и заряжать их. Мама, ну, смотрится прикольно, они вообще цветные. Да, да, как это. А как, это ты их сейчас как включила, или они сами включились? Они сами включились. Они работают, они реагируют на свет. Алисенька, смотри, чтобы я тебе в лоб не дал. Ну, последний что-то не включается, да, Лёш? Включился, опять выключился. Опять выключился. Ну, так-то прикольно, конечно, смотрится, но будем менять. Мне не нравится. Не нравится? Куда-нибудь их вставим потом. Ну, папа вон, папят. Не, а точно они не на солнечных? Ну, я не знаю. Не знаешь? Там стоят батарейки. Ну, ладно. Ну, давай я их сейчас переставлю немножко. Нет, ладно, у нас пока нет подсветки, пусть идут вдоль дорожки. Все, Леша, молодец, последнюю землю растаскивает. Кстати, нам ирисы подарили. Татьяна Викторовна принесла. Ирисы, говорит, или белые будут, или, по-моему, синие. Не нет, знает, один какие. Такой, один такой. А, один такой, один такой. Глазами светишь, ничего не вижу. Свети в лунку. Ой, кто-то. Блин, я думал, на террасе свет включил, кто-то догадался. Все, ребят, посадили гортензию. Сейчас ее прольем. Наши розочки, лаванда.